Давным-давно на белом свете существовало два огня. Один был тот, который светит, другой был создан для тепла. И целый день до горьких слез лишь об одном их спор идет. Единственный для них решается вопрос, кто людям благо в дом несет. Один в сердцах искрит о том, что больше нужен свет, другой в ответ: «Да это вздор, ведь без меня замерз бы человек. Послушай ты, о чем быть может речь? Конечно, я нужней. Вот посмотри, в углу, ты видишь печь? Я в ней готовлю пищу для людей». Светило наш над ним хохочет: «Ну да, большая честь варить продукты. Забыл, дурак, что, между прочим, хозяин наш все больше любит фрукты. Вот без меня действительно никак. Ночной порой не найдет домой дороги. И это вовсе не пустяк. Идти попробуй в темноте, сломаешь нахуй ноги». Вот так, за словом слово, чем дальше, тем все хуже. Орут бедняги, а выяснить не могут, тоже человеку больше нужен. За этим шумом наблюдала с огромным интересом небо, и чуть подумав, оно им подсказало, как решить эту проблему. «Меня простите вы за любопытство, но небо я выше, а значит мне видней. Имеет смысл вам объединиться и вместе нести благо в дом людей». Огни, потупив взгляды, попридержали языки, подумали немного и заявили дружно: «Верно, вместе мы могли нести ответственную службу». Затем они приблизились на шаг, переглянулись и в одно мгновение слились в едино свет и жар по воле общего стремления. С тех самых пор и до скончания времен, что больше пользуется спросом? Огонь, который освещающим теплом в людском быту приносит пользу.